Привет всем! Срочный выпуск, и он значит, что скоро на моем YouTube-канале появится очень-очень много разных роликов. Это связано с тем, что 19 января, это было вчера, мы с моим очень близким другом Владиславом Шоллером, ссылку на его канал я оставлю в описании, вчера зарубились на то, что к моему дню рождения, 9 июня, у каждого из нас должно быть на YouTube по 100 выпусков, по 100 роликов. И теперь моя задача это все не спустить с рук, как говорится, не уйти назад, да, не делать шагов назад, не отказываться от этой идеи. Это такой маленький спор на то, что мы действительно это сделаем. И сейчас мне бы хотелось получать каждый раз от вас поддержку, да, чтобы я двигалась вперед, потому что это необходимо для меня, потому что это, опять же, такое развитие. Это развитие своего блога, развитие меня как творца. В общем, идея такая, да, что до 9 июня на моем YouTube-канале должно появиться 100 роликов. Это будут разные ролики. Это будут медитации, это будет мастер-классы творческие, это будут рецепты и просто красивые виды природы, которые я очень люблю снимать. Ну что ж, пожелайте мне удачи и надеюсь, что вы будете следить за этим процессом, да, каково это будет, дойду ли я, не брошу ли я это все. Поэтому будем считать, что этот ролик будет первым из 100. Ну что, поехали!